Привет! Сегодня расскажу еще об этом способе, как настроить фокус линзы на камере Rencam Hybrid. На камере Rencam Hybrid, к сожалению, нету никакого HDMI выхода, к которому можно было бы подключить монитор и в режиме реального времени подкрутить линзу. На другой камере, на Kadex Baby Turtle, я фокусировку делал другим способом, потому что там вообще нету никаких способов получить видео в реальном времени. Там я делал меточки, и крутя линзу и проговаривая, на какой метке я остановился, потом просматривая видео, я ловил подходящее положение линзы. К счастью, на Rencam Hybrid есть отдельный порт, к которому можно подпаять вот таким вот образом проводочки. Причем, судя по меткам, по распиновке, тут перепутан D+ с D-. Я первоначально припаял правильно, точнее неправильно подпаял проводочки, перепутал D+ с D-. Ничего не сгорело, к счастью. Потом перевернул D+ с D-, и, о чудо, камера смогла подключиться к программе захвата. Цветовая маркировка, в принципе, показана на сайте Rencam. Вот. Но я нашел в интернете распиновку и решил подпаять как положено. Но надо подпаиваться так, как показано на сайте. Вот. Пины очень маленькие, проводочки хреновые, оплавляется оплетка. Ну, все нормально прошло. То есть это просто у меня кусок кабеля от мышки Logitech. И другой конец провода просто подключаем в USB. И можно настраивать. В итоге все-таки вот решил припаять такую вот платку, адаптер microUSB. На тот случай, если придется снова менять линзу или снова собьется ее фокусировка. И уже через обычный microUSB кабель можно было подключиться и настроить фокус. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока!